Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду немножко более, у меня будет немножко более длинное выступление, и, ну, все там как бы серьезные дискуссионные моменты, конечно, будут на круглых столах. То есть вот после пленарной части мы все разойдемся по клубам по интересам и будем выслушивать уже детальные доклады исполнителей и тех, кто работает над проектом, и обсуждать это, исправлять их, перенаправлять их. Это очень сейчас как бы будет тяжелая работа. Сразу после пленарного выступления начнется тяжелая работа. Вы знаете, когда я сегодня ехала сюда, постояла в пробке, подышала воздухом, я из центра ехала, потом посмотрела по сторонам. Я ехала по вот этой дороге через центр, потом по Кутузовскому, посмотрела на озеленение Кутузовского, очаровательное. Вот. И я подумала, как я хочу, чтобы наш проект удался. Я подумала, как я хочу, чтобы то, что мы сейчас вот закладываем в эту концепцию, то, над чем мы трудимся, те технические задания, которые вот сейчас вот выходят, и начинается новая волна конкурсов и так далее, чтобы мы за всем за этим, за огромной тяжелой работой, за организационными моментами, чтобы мы увидели город. Чтобы, ну, там я не очень молодая девушка, к сожалению, уже такой возраст серьезный, но я хотела бы еще при своей жизни пожить немножко в смарт-сити и подышать нормальным воздухом, и поработать в хороших, правильных условиях, и я при этом не хочу эмигрировать. То есть я хочу, чтобы все это было в России. Вот, и вот с этим желанием, наверное, вот таким очень искренним и внутренним, мы пришли на этот проект, и, наверное, желание было такое сильное, что мы выиграли этот конкурс, потому что ну, очень хотелось. И очень хочется дальше работать. Я бы хотела... что мне приятно сказать, что прямо вот в этом зале полтора года назад была встреча с Медведевым, где обсуждались, так скажем, ну, где говорилось о том, что должны быть позитивные проекты, что мы, конечно, там должны бороться, сажать в тюрьму, бороться с коррупционерами, там, наводить порядок, но параллельно с борьбой и с негативом должен быть какой-то позитив. И вот я считаю, что на текущий момент вот я выбрала для себя таких вот три крупнейших стройки России и умный город Сколково. Ну, стройка ничем не хуже, чем Олимпийская. И думаю, что, может быть, и посильнее, и покруче, чем мост через бухту Золотой Рог. Но это вот некоторое такое вот то позитивное, что мы можем сказать нашим детям, собственно говоря, ребята, а чем нам заниматься? А давайте заниматься этим. Мы построим город, в котором нам будет хорошо. Мы разработаем технологии, которыми все будем пользоваться. И качество нашей жизни, и качество нашей работы резко возрастет. Вот для меня вот этот проект, для нас, как для генерального исполнителя, вот имеет вот такое позиционирование. И я хочу сказать, что это не только для нас, потому что помимо... Вот это такой важный слайд, потому что помимо... того, что происходит внутри Сколково, и задачи, которые ставятся перед Сколковым локальные, текущие, буквально там месяц назад было объявлено об выделении специального бюджета. Здесь немножко не те цифры, значит, общий бюджет. Вот здесь на 25 миллиардов, но вообще общий бюджет на 10 лет 500 миллиардов рублей. На фактически на клонирование решений Сколково по регионам. И это не завтрашний, не послезавтрашний день. Это начинается вот сейчас. В Министерстве экономики уже есть как бы ответственность за эту тему. Уже начали собирать экспертов под это дело. И фактически это параллельные процессы, которые Сколково будет возглавлять как экспертный орган. И в каком-то смысле будет поставлять часть материала для этих процессов. И Сколково станет таким объединяющим центром умности в России. То есть вот если мы представим себе сеть, то в каком-то смысле вот, это мозг, из которого будут расходиться наилучшие практики для региональных решений. И у нас в этом смысле идеальная ситуация, потому что деньги сейчас в стране для этого есть. Желание есть, мы должны показать, что мы в состоянии решить этот вопрос, мы в состоянии в реальном времени разработать этот вопрос. И это не вопрос освоения бюджета, а это вопрос реализации программы, то есть это вопрос как бы получения результата. В этом смысле на градостроительном совете, который проходил в феврале месяце, было принято решение о том, что Сколково, как бы на базе Сколково, с участием Сколково, будет создана Ассоциация умных городов России.
То есть это такой общественный орган, который будет заниматься вопросом, так скажем, общественного экспертного контроля по этим направлениям. И здесь очень важно ваше, как бы, вот вас здесь собрали не просто так. Это, во-первых, были отобраны лучшие из лучших экспертов, и приглашенные гости — это тоже люди, которые обязательно будут в том или ином виде участвовать в проектах. Поэтому вы все здесь не, мы здесь все с вами, это единая команда. Мы все вместе в той или иной степени будем решать эту очень большую, очень серьезную задачу. И вот как бы этот общественный орган, у нас прошли общественные слушания на прошлой неделе. Очень удачно прошли, да, и значит, сейчас отрабатывается вместе с администрацией президента. В общественной палате. В общественной палате, да, общественные слушания в общественной палате, по инициативе общественной палаты. И были выступления, в том числе, там были выступления блестящие совершенно, и ЦИСК, и IBM, и Pricewaterhouse, Ernst & Young, и так далее, и так далее. И компания Panasonic. Великолепные выступления были технологические. Было обсуждение в общественной палате, и было принято целый ряд рекомендаций и для президента страны, и для профильных министерств. В качестве профильных министерств, естественно, было выбрано Министерство экономики, Минрегион развития, Миноборнауки и Минтранс. А вот по всем этим, как бы сейчас, по всем этим министерствам будет разосланы соответствующие решения общественной палаты с поддержкой администрации президента. И я думаю, что с лета этого года вот та тяжелая работа, которая у нас с вами есть, тяжелая, но очень приятная, но она еще удесятерится, потому что, собственно говоря, подключатся вот еще результаты вот поручений общественной палаты к правительству страны. А для нас, ну, вот если ставить задачу, собственно говоря, для чего мы все это делаем. И вы знаете, когда мы готовились, ну, только войти в проект и принимали решение, хватит ли у нас сил и реалистично ли это, мы объехали порядка 15 таких решений в мире. Ну, мы сами являемся участниками в двух умных городах в мире, там, но, так скажем, как субподрядчики идем. И посмотрели еще несколько. Вы знаете, мне кажется, что ключевой вопрос для всех умных городов вот, международных — это наполнение их жителями. То есть очень важно за техническими решениями не потерять человека. И иногда в некоторых, ну вот в некоторых местах, в которых я была, это как бы обнаружилась довольно забавная вещь. Вроде бы сделали отличную технологию, вроде бы там все там энергосберегающее и журчит, и это самое, а люди с трудом идут, потому что не проработана социальная модель, не проработана регламентная модель, забыли, для чего строили. Если мы будем говорить о целевой функции, которую мы здесь для себя как бы вот в этом смарт-сити определяем, то это в первую очередь вопрос создания комфортного и удобного места для жизни и для работы для креативного класса. То есть мы как ключевой момент поставили вопрос в Сколково для создания города, в котором людям с креативными наклонностями, ученым, предпринимателям, всем, кто, грубо говоря, хочет креативно трудиться на благо страны, было удобно, чтобы они не думали про проблемы ЖКХ, про проблемы продуктов, про экологию, про здравоохранение, чтобы им было хорошо, и они максимальное количество времени могли посвятить работе. И вот такого человека, как ключевого заказчика нашей работы, как ключевого как бы, и потребителя, и участника этого проекта, мы вот себе представили, нарисовали, начали взаимодействовать с этими людьми. Это не я гужу. Так лучше, да. И в этом смысле мы считаем, что Сколковский город составит серьезную конкуренцию ведущим смарт-сити мира, ведущим умным городам мира. То есть в данном случае мы не создаем клон чего-то, того, что есть в Индии или в Японии или в Америке. Мы создаем лучший город на основе лучших практик. И мы очень надеемся, что те практики и те решения, которые будут применены в рамках Сколковского проекта, мы очень надеемся, что это будет не только вопрос тиражирования по регионам России, но после определенных там обкаток и получения статистических решений мы их предложим для мирового сообщества. И, наконец-то, Россия в том числе станет экспортирующей лучшие практики страной, там, мировой державой.
Ключевые элементы концепции, ну, они абсолютно понятны, очевидны, это экология и энергоэффективность, городская среда и коммуникации, городское управление, трансфер технологий. В этом смысле, ну, как бы это та структура, по которой как бы мы двинулись при разработке вот этих вот общей концепции и группы решений. Здесь вот выделены кластеризации тематик создания умного города. У нас очень обширное техническое задание. Я не стала выводить его сейчас на экран. Я просто, мы сгруппировали вопросы по 8 направлениям. Они вот сейчас на экране. Это общеорганизационные вопросы создания умного города, нормативный блок концепции, система управления оказанием услуг, реализация проектов из перечня поручений президента России. Это умная школа, умная дорога, умный дом, умный магазин. Система комплексной безопасности умного города как неотъемлемая часть инфраструктуры, которая пронизывает все решения, которые будут в умном городе. Социологические аспекты создания умного города как очень важная часть для создания места, где действительно будут реальные люди жить. Экологические технологии для умного города и принципы применения концепции при создании умного города. Соисполнители, я представлю, сегодня эти соисполнители будут вести соответствующие панели. Мы считаем, что выбрали лучших из лучших для создания команды. И здесь у нас, но я хочу сказать, что этими соисполнителями как бы процедура работы над концепцией не заканчивается. Даже сейчас уже, невзирая на то, что некоторые компании не вошли в пул при проведении конкурса, но многие компании уже к нам присоединились в режиме, так скажем, на собственных там, как бы средствах, но с нами очень плотно начал взаимодействовать и IBM России, и PricewaterhouseCoopers, и компании РНТ, РКСС по безопасности и так далее. То есть многие компании подходят просто для того, чтобы предложить свои практики, чтобы они не были потеряны при разработке технических заданий на следующий уровень конкурсов и работ. За компанией Cisco закреплены задачи по техническому заданию на создание объединенного центра оперативного управления комплексов информационного взаимодействия и на создание виртуального сервис-провайдера умного города Сколково. Это два огромных куска работы, которые фактически являются такими системообразующими блоками, которые как бы будут не только для умного города приемлемы, но если мы говорим про виртуальный сервис-провайдер, это в том числе и для виртуального Сколково очень серьезная задача. Поэтому здесь как бы у каждого из субподрядчиков задача намного шире, чем она трактуется в техническом задании. И ровно так перед нами заказчик этой задачи и ставил, что, ребята, вы не забывайте, что вот есть ТЗ, да, вы должны его выполнить, но есть жизнь, сложная, многоуровневая жизнь Сколково, и вы должны выстроить свою работу так, чтобы все блоки Сколково имели отражение в вашем задании. Перед компанией Ernst & Young очень серьезная задача. Концепция правового статуса жителя Сколково, анализ международного опыта создания умных городов. Отчет о социальных аспектах функционирования умного города Сколково, социальное моделирование поведения резидентов умного города Сколково. Это как бы душа, вот то, что здесь, то, чем занимается Ernst & Young, это, так скажем, душа, которая будет очень серьезно наполнена. И нам очень приятно, что Ernst & Young смог привлечь очень серьезных международных экспертов для самого старта работы как бы, проекта. И здесь мы очень благодарны и Биллу Хатчесону, который привнес, так скажем, канадский опыт и замечательную канадскую команду на самой ранней стадии работы проекта, когда еще даже и договоров не было, и, собственно говоря, даже еще мы не знали, выиграем мы или нет. И моя любимая компания Panasonic, это как бы моя любовь, и с этого стартовала, грубо говоря, вся наша когнитивная идея по умному городу, когда в рамках тех решений Panasonic, которые они делают для энергоэффективности, для дома умного, я получила то, что хотела для себя лично, и как бы я очень много это имплементировала так на уровне там, того места, где я живу, я создала себе такой маленький умный дом на базе технологий Panasonic. И мне очень приятно, что Накамура-сан согласился работать в качестве сопредседателя экспертного совета, потому что мне кажется, что компания Panasonic, которая прозорливо выбрала экологическую тематику,
еще несколько лет назад как центральную для своей, для своей корпорации, сейчас как раз имеет некоторый такой вот запас уже готовых экологических решений и может выступить некоторым лидером для вот той части работы, которая связана с экологией. Поэтому за ними как раз задача, роль экологических технологий функционирования умного города и техническое задание на внедрение единого комплекса системы экологических технологий в инфраструктурные объекты Сколково. Здесь я хотела немножко показать географию разработчиков, которые сейчас уже включены в проект. Почему это важно? Ну, наверное, в первый раз мы, ну, Cognitive Technologies в первый раз имеет такую географию разработчиков. И данный проект делается по принципу, с использованием новейших технологий управления проекта, по принципу работы с удаленными коллективами. То есть я хочу сказать, что в связи с разбросом по времени наш проектный офис работает почти круглосуточно. То есть там всего есть 3 часа, когда он не работает, потому что разница во времени между Хабаровском, там, Сан-Хосе, Торонто и Москвой крайне большой разброс. Я могу рассказать как бы здесь некоторую географию. Значит, вот российские офисы, значит, Москва, Томск, Чебоксары, Хабаровск. В Москве проектный офис, как бы он сидит и там идет сбор ключевых решений и основные как бы системные архитектурные решения. Чебоксары — это колл-центры, система, ну я немножко объясню, для чего нужны колл-центры на этой стадии проекта, и система, так скажем, работы, обработки массовых данных. Томск — это инновационный центр, где у нас сидят разработчики, связанные с виртуальными технологиями. Хабаровск — тоже инновационный центр, который занимается вопросами, там сидят программисты, которые связаны с темой с умной дорогой. Токио — это сидит группа от Panasonic, которая занимается вопросами, связанными с экологиями, и как бы мониторится часть людей в Москве, часть людей в Токио. Абу-Даби — это группа разработчиков Cisco, с которыми идет как бы связь тоже. Там, значит, Абу-Даби и Лондон — это группа разработчиков Cisco, которые работают с Москвой по выделенным им тематикам. Торонто, как бы это Ernst & Young, Сан-Хосе — это Cognitive. Сан-Хосе — это группа разработчиков, которые у нас занимаются технологиями, связанными с умным домом. Вот, грубо говоря, вот на текущий момент так выглядит география проекта. В этой географии проекта включены все национальности. То есть мы можем сказать, что у нас присутствует, ну не все, там большинство национальностей, мы можем сказать, что у нас присутствует россияне, японцы, американцы, канадцы и так далее. Это дает проекту очень серьезную синергию. То есть, грубо говоря, мы получаем сразу на старте проекта взгляд с разных сторон. Я не могу сказать, что легко, очень тяжело, потому что разные культуры ведения практик. Но поскольку, собственно говоря, мы все понимаем, зачем мы работаем, но пока нам удается всем, не нарушая временных графиков, договариваться и выдавать промежуточные результаты. Часть из них вы сегодня увидите на круглых столах и, грубо говоря, оцените, насколько правильно и в правильном направлении движется данная работа. Сколково принято, что те, кто хочет работать за Сколково, как бы делают инвестиции в Сколково. То есть они выступают не просто как подрядчики Сколково, но и как партнеры. Мы все, ну, все как бы участники оформляют статус ключевого партнерства в рамках Сколково, но уже в рамках этого проекта Cognitive счел необходимым сделать инвестиции в данный проект. Ну, там не очень большой объем, 18 миллионов рублей, но это важно. То есть помимо поверх задания мы сочли необходимым, значит, во-первых, сделать контур общественного оповещения, и многие из вас уже знают про круглые столы, некоторые из вас участвовали в них, еще будут круглые столы, там еще будет 3 круглых стола, 2 прошло. Вот работа с вертикальным сектором, работа с госсектором, это Общественная палата, администрация президента, Государственная дума, это тоже как бы процесс организации серьезных экспертных мероприятий, поддержка юридического блока, проведение слушаний, подготовка документов. Значит, делается специальный фильм о работе с экспертами и будущими резидентами Сколково, потому что мы считаем, что очень важна визуализация и прямой диалог с будущими жителями.
И, естественно, почему нужны колл-центры? Делается целая серия социологических исследований, интервью по 80 вузам страны, для того, чтобы мы все-таки при работе с таким материалом опирались на широкую статистическую базу. Очень важно, чтобы проект не был замкнутым элитарным решением группы экспертов, а чтобы он был на общественном уровне широко поддержан не только московским населением, а по всей стране. Вот по этим направлениям были сделаны инвестиции, и это те задачи, которые мы делаем поверх технического задания, но считаем, что они органично связаны с той работой, которую мы ведем. В качестве дополнительных задач для себя, помимо того, что выполняется в рамках ТЗ, мы считаем, что крайне важно обеспечить и продумать механизм тиражирования перспективных технологий, лучших практик, которые делаются в умном городе в масштабах страны. Для этого созрели все условия и созрел федеральный бюджет, что крайне редко бывает, когда все вещи подходят по времени и по состоянию. И мы считаем, что необходимо те модульные решения, которые сейчас будут вами разработаны и сдаваться в эксплуатацию в Сколково, предлагались, соответственно, в государственных строительных проектах. Для этого как раз налаживается серьезное взаимодействие с профильными министерствами. То есть мы считаем, что процедура такого инфраструктурного общения с государственным аппаратом крайне важна. Спасибо вам большое за внимание. Здесь мой прямой мейл. Для тех, кто со мной лично не знаком, я с удовольствием начну взаимодействовать, вступаю в переписку. Я тоже сейчас сплю по 3-4 часа в день, поэтому, в принципе, с 12 до 3 не надо, а все остальное время я готова к диалогу. Спасибо большое.